OMTV.ua про головне. Гранд-визит обернулся большим пшиком. Во всяком случае, для Белого дома. Какие выводы сделал Пекин, будет понятно в ближайшее время. Ну а теперь к такой теме, от которой, в общем, по идее, волосы встают дыбом. Эта неделя непростая. 17 сентября исполнилось 80 лет, как советские войска вошли в Западную Белоруссию и на Западную Украину. 6 утра 17 сентября 1939 года. Советские войска входят в то, что остается от Польши. 1 сентября с запада туда вторглись гитлеровцы. Советские войска доходят до той самой линии Керзона. Над нами нависала реальная война на два фронта. Мы ее избежали. Вообще, я считаю пакт Молотова-Риббентропа, вот так до конца, достижением советской дипломатии. Достижением. Прошло 80 лет, и сейчас можно совершенно смело, на мой взгляд, говорить об иррациональной русофобии нынешнего польского руководства. Что изменилось за 80 лет? Ничего. Я хотел прежде всего поздравить всех уважаемых телезрителей со знаменательной датой. Сегодня 80 лет со дня исторического освободительного похода Красной Армии в 1939 году, в результате которой Западная Украина впервые была воссоединена с Украинской ССР. 17 сентября. И исконно русский город Львов, который в свое время был основан русским князем Данилом Галицким как столица Червоной Руси, так тогда это называлось, вошел в состав единой страны. Переписать прошлое. Российские власти, а вместе с ними и медиа, часто обвиняют другие страны в попытках переписать историю. Ну, я думаю, что вы сами об этом знаете, лишний раз повторять не нужно, но иногда действительно язык не поворачивается, чтобы пересказать все эти бесстыдные выводы, наблюдения так называемые, не имеющие ничего общего с правдой. Их цель понятна – подточить силу и моральный авторитет современной России, лишить ее статуса страны-победительницы со всеми вытекающими из этого международно-правовыми последствиями. Разделить и рассорить народы, использовать исторические спекуляции в геополитических играх. Порой звучит просто откровенный бред. Просто удивительно, как люди доходят до этого. И на самом деле это не так безвредно, потому что происходит попытка заложить в голову миллионов людей, прежде всего молодежи, совершенно опасные тенденции и извращенные представления об истории. Это такое же традиционное обвинение, как западная русофобия и двойные стандарты. В свое время при президенте Медведеве даже создали госкомиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам российского государства. Комиссия эта прожила всего 3 года. Затем ее тихо распустили. Между тем, сами федеральные медиа занимаются перекраиванием истории. В последние дни это особенно заметно. Исполняется 80 лет с момента подписания пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года. Подписав договор о ненападении, в секретном протоколе к нему Москва и Берлин закрепили фактический раздел Восточной Европы и Балтии. Путь ко Второй мировой войне был открыт. Нацистско-советская угроза надвигается, писали американские газеты. Мирная Европа в 1939-м им казалась не более чем шалтаем-болтаем, балансирующим на стене. Как в хорошем детективе, никто и не предполагал, как это может случиться. Молотов и фон Риббентроп встретились. Нацисты и коммунисты подписали пакт. Предательство со стороны коммунистов. И мир погрузился в войну. В течение полувека СССР отрицал сам факт существования секретного протокола по разделу Польши и Прибалтики. Только распад Союза изменил ситуацию. В 92-м документ был представлен общественности, а в конце мая этого года оригинал самого договора о ненападении и секретный протокол были впервые официально опубликованы в России. К очередной годовщине подписания пакта федеральные медиа подготовили целую серию материалов, и их посыл хорошо знаком. Сталин все сделал правильно, сотрудничество с нацистами было мерой вынужденной. Я считаю пакт Молотова-Риббентропа, вот так до конца, достижением советской дипломатии. Достижением. Мнение самой Польши и стран Балтии, разумеется, в федеральных медиа мало кого интересует. Наш корреспондент в Эстонии Евгений Завадский собрал реакцию российских, польских и балтийских СМИ на события 80-летней давности. Советский Союз был вынужден подписать этот документ ради обеспечения своей безопасности. Тогда СССР не только получил 2-летнюю фору для подготовки к нападению Германии, но и отодвинул свои границы на сотни километров от Ленинграда, Одессы и Минска. Договор позволил в последующем перенести границы на запад
до 350 километров, что обеспечило возможности для более надежной обороны. Мы что, хотели начать войну с Германией в 40 километрах от Минска? Или там в 100 километрах от Ленинграда? И что бы было? Где бы мы остановили немцев? За Уралом? Российские федеральные СМИ наносят превентивный информационный удар. Идеологическая обязаловка по теме пакта Молотова-Риббентропа не обходит стороной даже телеканал «Культура». В каждом материале один и тот же нарратив. Вторую мировую развязал Гитлер и западные страны. Советский Союз защищался, а исторические документы, опровергающие это утверждение, якобы просто фальшивки. Накануне войны Европа была буквально наводнена поддельными советскими документами, которые западные лидеры принимали за чистую монету. И вместе с этим ни слова о трагических последствиях пакта для стран, ставших жертвами военной агрессии не только Гитлера, но и Сталина. Данный выпуск – замечательный пример не только искажения информации, а еще скрытия фактов, исторических фактов. Целиком промалчивают тот факт, что спустя буквально 17 дней, то есть 17 сентября 1939 года Советский Союз тоже напал на Польшу. Польский центр анализа пропаганды запустил специальный проект в ожидании мощного потока дезинформации по теме Второй мировой войны из России. Пакт Риббентропа-Молотова. Дьявольское перемирие. Как Гитлер и Сталин поделили Европу. Россия пишет новую историю Второй мировой войны. В Эстонии теме пакта Молотова-Риббентропа посвятили ежегодный президентский прием в честь годовщины восстановления независимости. В 1979 году был опубликован Балтийский меморандум, чтобы рассказать миру правду о пакте Молотова-Риббентропа. 40 лет пакта Молотова-Риббентропа. Почти 40 лет оккупации. В день 50-й годовщины подписания пакта 23 августа 1989 года в балтийских странах состоялась беспрецедентная акция протеста «Балтийская цепь». От Таллина до Вильнюса более 2 миллионов человек выстроились, взявшись за руки, и потребовали свободы. Начало Балтийской цепи в Таллине отмечено памятным знаком. Она стала мощнейшим катализатором движения за восстановление независимости и даже вошла в списки мирового наследия ЮНЕСКО. Каждый год балтийская пресса печатает воспоминания участников тех событий. Он вспомнил, как захватывающе было, когда ему доверили держать большой сине-черно-белый флаг. Разговоры за спиной Шорин помнит до сих пор. Ребенка, мол, не посадят. Для жителей балтийских стран пакт Молотова-Риббентропа – это синоним оккупации и попытка выжить под властью бесчеловечных режимов. Все народы, которые попали по левую и по правую сторону от этой разграничительной линии, подверглись насилию и подверглись уничтожению их государственности. Ведь без четкой договоренности между Сталином и Гитлером не было бы возможно так легко начать Вторую мировую войну. А вот вехи борьбы за восстановление независимости – символ неугасаемого оптимизма. Важная тема для латвийского ТВ – не только официальные мероприятия, но и ретро-автопробег по дорогам Балтийской цепи. А в Эстонии российскую пропаганду попросту высмеивают сатирики. Майя, ты не представляешь, Майя, нас депортируют. Нет, не эту. Это слишком теплая. Мы только что узнали. Сразу надо ехать. Съемки этого фильма финансировала Комиссия Государственной Думы России по защите исторической правды. Разумеется, интересно, как о соглашении СССР и Третьего Рейха пишут нынешние медиа Германии. Для немецких СМИ это в первую очередь пакт Гитлера-Сталина, так что акценты ответственности расставлены предельно ясно. «Командная работа диктаторов» называется статья «Süddeutsche Zeitung», а о вероломстве тоталитарных диктатур пишет ФАЗ. Немецкие СМИ признают, именно пакт позволил нацистам беспрепятственно начать Вторую мировую войну, и Сталин охотно помогал им в этом, оккупировав часть Польши, Финляндии и Балтийские страны. Благодаря договору Советский Союз, пишут немецкие газеты, увеличил свою территорию более чем на 400 тысяч квадратных километров, которые легли в фундамент послевоенной Советской империи. В течение 50 лет Компартия называла договор о ненападении высочайшим достижением советской дипломатии, отсрочившим начало войны с Германией. Об остальном, о тайных протоколах, молчали. Советский Союз подписал договор о ненападении с Германией. Говорит, ах, как плохо.
А что здесь плохого, если Советский Союз хотел, не хотел воевать? Что же здесь плохого-то? Итог подводит «Нью-Йорк Таймс». Переговоры Вашингтона и Пекина продолжит советник президента США по нацбезопасности Салливан. Он будет взаимодействовать с главой китайского МИДа Ван И.